Будь у меня миллион долларов, я бы провел так с тобой целый день. Мы сокращаем персонал, Джон. Ты уволен. У нас очень много кандидатов, и у всех опыт работы от 10 лет. Ясно. Когда жизнь перестает быть сказкой... Все будет хорошо. Мы найдем классную работу. Придорожный антикварный магазин? Я вообще-то на телевидении хотела. Судьба преподносит подарок. Заранее извиняюсь, Джон. Какого хрена? Смотри, когда тебе больно, в нем появляются деньги. Любишь кататься? Мы ведь сможем вовремя остановиться. Заработаем немного и остановимся. Мне нужна бразильская эпиляция. Люби и саночки возить. Давайте по старинке. Джон, ты все там же работаешь? Нет, у меня свой бизнес. Похоже, дела у тебя идут хорошо. Шаббат шалом. Где чайник? Наша бабушка рисковала жизнью, чтобы его сохранить во время Холокоста. Нужно выяснить, что это за чайник. Он обладает особой силой. Вы в большой опасности. Многие люди ничего не имеют, работая всю жизнь. Это дар свыше. Мы же хотели прекратить, пока не поздно. Так вот, уже поздно. Ты становишься злой. Я не злая, я просто хочу большего. Что у тебя с лицом? Глаза как будто сейчас выбалятся. Да нет, ничего. Стой, отдай! Все это не стоит таких жертв. Мы вас предупреждали. Медный чайник. Отшлепай меня. У вас есть собака? Я вчера слышал какой-то лай. Нет, это просто был жесткий секс.